Окей, ребята, привет. Это случилось. FIFA 20 обзавелась демоверсией, и я скачал ее на Xbox One. Буду сейчас вместе с вами познавать что да как. Единственное но. Я давно не играл в FIFA. Я все как-то попес в последнее время. Второе но, наверное, все-таки тоже нужно упомянуть. Я не очень люблю FIFA в последние годы. И да, даже третье, но нужно будет упомянуть, мне настолько западло париться насчет контента по FIFA, поэтому это будет uncut видос. Да, смонтированный ролик был по песке. О, там было приятно работать. А тут давайте просто посмотрим, что в демке-то. Может быть, я и не прав вообще, а? Принимать, не принимать и не позволяет никуда крутить, вертеть. Окей, устанавливаем связь. Ну, давай, обрадуй меня быстрой скоростью связи. Быстрой скоростью установки. Нет, да, нет. Новые возможности. Футбольный интеллект. Новая система футбольного интеллекта открывает беспрецедентные возможности реализма. Она построена на трех китах, решающих моментах. Механика при игре с мячом. Инстинкте игрока. Механика при игре без мяча. И движении мяча. Механика мяча. И призвана помещать вас в центр каждого матча. Инстинкт игрока. Благодаря бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пойдем посмотрим, как оно вообще. Я реально забыл, как играть уже в FIFA, у меня все как-то реально по песу. А тут и управление же другое. Вот меня больше всего интересно вот это вот Вольта. Футбол Вольта возвращает футбол на улицы, привносит в игру неповторимую культуру, креативность и стиль мини-футбола. Создайте своего персонажа в вашем собственном стиле и играйте в свободный и разнообразный футбол по всему миру. Футбол Вольта можно будет играть с выходом FIFA 20 с 27 сентября. То есть в демке ее не будет, судя по всему, да? Мировой тур Вольта. Создайте команду для футбола Вольта, играя в одиночные матчи разных форматов и на разных площадках против созданных сообществом составов. После каждой победы вы сможете забрать себе одного игрока из состава соперника, чтобы повысить мастерство и сыгранность вашей команды. Тырить будем футболистов. Футбол Вольта. Можно все-таки и в демке поиграть? Серьезно? Но это будет круто, если да, потому что именно ради этого все мы здесь сегодня собрались. Вау! Ух ты! Ух ты! FIFA 2006. И 98 скрестили. Мне как-то в последнее время больше нравится другой парень из Реала, Родриго. Ну да, но это субъективщина, вы понимаете почему, наверное, если смотрите меня давненько, хотя бы последний год. Венисиус Джуниор, прям вот молодец, прям какой. Так, ну это он на поле молодец, а на улице что? А на улице, ну-ка посмотрите на этого парня, оп. И именно так я передвигаюсь по улицам, я вам говорю, серьезно. Иди сюда. Ну-ка, барышня, покажи, что могешь. А могет она многое. А, Венисиус, за что тебе деньги-то платят? Можешь так? А так? Ну, может быть. Ну-ка, покажи. О, ты смотри, могет, и правда? Эй! У нас минус игрок. Ты как? Да, я могу сломать ноги здесь на улице. Почему нет? От этого не зависит моя карьера. Вообще. Венисиус Крю против... Я не успел прочитать кого. Ну ладно, это интересно, но абсолютно нелогично, как обычно. Так, пас низом. Да, мне нужно обучение. Пас низом, РТЛ, рывок. Ну-ка, можно что-нибудь сделать? Давай я выключу все-таки подсказки. Нет, нельзя. Отбор мяча. Эу! Нам забили. Ой, нифига себе, он отпраздновал, как классно. Я просто привык, знаешь, по FIFA Street, которая вот отдельная игра была, привык, что они не забивают сразу, они там накрутят как-нибудь вот таких вот тем. А
Оу, 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 бро. А что за дичь-то происходит? Да, ладно. Раз мы просто играем в футбол, можно и забивать. Ну, как-то простенько, да? Я ничего просто не нажимал, хотел посмотреть, что будет. Тинц. Во второй классный, окей. Надо кое-что мне сделать. Дело в том, что какого-то хера FIFA все никак запомнить не может. Да, что у меня? А я не могу? Вот, во-первых, это нафиг. Во-вторых, что у меня удар X. Я хочу играть на альтернативе. Будьте да, любезны, пожалуйста. Ну окей, давайте смотреть, что дальше. 1-1, как тебе такое, а, друг? Попробую еще раз. Нет? Блин, мне нравится эта барышня, как она бахает, а? Ну-ка, давай, Винисиус. А чё бы нет? Я Винисиус Джуниор, умею забивать. Какая-то обычная минька получается, а не FIFA Street, да? Но здесь реально, судя по всему, важен именно счет, а не очки. Опять же, в той FIFA Street важно было, как стильно ты это делаешь. Здесь важно, что ты это делаешь. Опа. Ого, Винисиус, молодец. С таким ударом и я пойду в Реал. Удары специально, на самом деле, такие, чтобы просто люди не били сдалека. Ай, красиво. Как она бахает. Вот больше всех нравится. Ау, ау. Нет, я хочу все так забить. Пожалуйста, можно и так. Я понимаю, сложность минимальна, но, блин, в это интересно играть. Правда, если действительно здесь не нужно зарабатывать очки, а только забивать голы, то можете представлять, во что превратится мультиплеер. Оп, не ожидали? Что такое? Что произошло? Ой-о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 й
бахает, да, периодически. Просто дичь. Блин, простите, я только что увидел, что пипец громко все было. Очень-очень громкая игра была. Да, но это было неплохо. Винисиус, ты какой-то не ахти. Я тебе говорю честно-честно. 4-1. 4-1. Ну, я так полагаю, это все, типа, в демке вот один матч такой, и все. И дальше ты пробираешься через дебри рекламного текста, огромного количества рекламного текста. Да, это все. Давайте быстрый матч тогда обычный сыграем, посмотрим, как оно тут. Я готов, я готов всегда. О, Лигу Чемпионов можно сразу бахнуть. Ну нет, я не хочу словить всякого говна. А, то есть придется, окей. Групповой этап, погоди, только групповой этап, полуфинал, можно сразу с финала начать. Окей, групповой этап. Какие клубы есть? В демоверсии есть ПСЖ, Реал Мадрид, Тоттенхэм, Боруссия, Дортмунд, Челси, Ливерпуль. А, вот так вот, да? Давайте сыграем тогда, окей, Реал Мадрид и ПСЖ. Гость.
дорогие, будьте любезны, пожалуйста. Кто у меня тут? Угу, угу. Ну, прикольно, кстати, с статистикой справа полностью. Жалко, я не вижу, конечно, команду противников здесь, чтобы под них подстроить все. Ну, окей. Модрич, Кросс, Азар, Бензема, Винисиус Джуниор, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Куртуа, Йович, Асенсио, Иско, Родригес, Фернандес, Адриазола, Навас. Так, вот он, Минди. Давайте новеньких сразу посмотрим. Не важно, что они травмированы. Абсолютно не важно. Так, Милитао, Гаррет Бейл. Я люблю этого парня. Чего хотите, то говорите. Мне, блин, он нравится. Винисиус, прости. Гаррет Бейл, здрасте. А, и где здесь Родриго, где ты? Вот он, Родриго, вот он. Хай. Вместо Асенсио. И, наверное, вместо Иско я все-таки возьму с собой господина. Господина, да где же ты? Куда же ты делся? На, вот Винисиус. И давайте нормального вратаря поставим на ворота. Господи. Да что такое? Куртуа в защите. Что, что за проскоки? Все, отлично. Я готов. Я готов. Выход на поле, погнали. Посмотрим на это дело. Удар, прицельный удар, ЛБ плюс РБ, удар низом. ЛБ плюс РБ, удар низом. Поняли, да? Ага, попадание в преграду. Я это на ворот не смотрел сейчас, если честно. Просто бил и все. Так, тут есть финишинг, опять же, на ударах. Окей. Окей. Окей, еще разок. Ай. Ай, хорошо. Давайте на матч посмотрим, это гораздо интереснее. Эстадио Сантьяго Бернабеу. Это надо пропускать, потому что, блин, прилетят жалобы, сори, извините, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ай, господи. Джерри Грея, наверное, тоже нужно выключить. Господи, параметры игры. Будьте любезны мне, пожалуйста, звук. В смысле? Комментаторов я выключить не могу. А, не-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 не, СТП. Вот, 11, да. А, нет, вот. Я могу выключить звук. Хорошо, и будьте любезны еще и тренера убрать. Все, спасибо. Карвахаль, перевези мяч, пожалуйста, на господина Минди. Минди! Азар! У Эдена Азара, несмотря на то, что я вешал, получился какой-то прострел. Карвахаль. Заброс на Модрича. Тут Кемпембе. Вот, кстати говоря, очень-очень медленные стали футболисты. Если геймплей будет медленным, я, может быть, даже и полюблю фифу. Мбаппе. Ну-ну-ну-ну-ну. Нормально. Будем считать, что Лунин напугал. Да? А чё бы нет? Давайте немножко громче сделаю я игру. Минди. Кросс. Минди. Забросик на Эдена Азара. Ай-яй-яй-яй-яй. Голкипер Пари Сен-Жерме на месте. Казимиро. Бензема. Там было нарушение правил. Сейчас проверим штрафные, да?
Эй-эй-эй-эй-эй. Да, будут штрафные. Прицелиться, нажмите X или правый стик удерживайте, чтобы придать силу удару. Размер мишени будет увеличиваться вместе с силой удара. Вверх, в бок, смешанное. Наклбол. Нам нужен наклбол сейчас, наверное. О, а неплохо. О, удары пока что непривычно наносить со штрафного. Ариоля, кстати, в Реал Мадрид перешел. На правах аренды, правда. А вот Кейлор Навас навсегда в ПСЖ. Ну, как навсегда, куплен, я имею в виду, навсегда. Ты теперь игрок ПСЖ. От Бензема-то какой, а? И низа в дальнюю. Молодец. Но уровень сложности низкий, походу. Браво, Карим Бензема. Да, здесь защита вообще не подъехала. Очень-очень слабо чувствуются футболисты за счет их топорности в управлении. Мне пока что, как любителю PES, это нравится. Да. Сейчас нахвалю FIFA, будете думать, что мне и я заплатили. Но когда, если вы вдруг так начнете думать, вы посмотрите на мои просмотры, окей? Тихо. Заброс на Эден Азара. Эденчик. Навес. Нет, угловой. А Эден Азар вывел Карим Бензема. Он просто по привычке думает, что там слева Криштиану Роналду. И решил, ну давай, ладно, хорошо. По старой памяти отдам пас. А чё бы нет? Может уже выводить Родриго, я не знаю. Алло, держать. Казимиро. Заброс на Карима Бензема. Прием отвратительный, но это нормально. Ариоля. Иначе я бы просто каждый проход свой забивал бы. Минди. Эден Азар. Как же здесь легко финтиться. Вот такой вот прострельчик неплохой. Выглядел он неплохо, он, по крайней мере. Бернат. О, тише. Тише, тише, Карвахаль. Казимиро. Давай дальнюю посмотрим. Что такое, угловой или что? Да, угловой. Гаррет Бейл. Вот если бы сейчас не этот вынос, то был бы очередной угловой. Господи, я походу реально с ума схожу, мне нравится. Особенно вспоминая то, что они замутили с прогрессией футболистов, а это... Ну, чистокровное копирование про Evolution Soccer в очередной раз. Мне начинает нравиться. Ой-ой-ой. Ариоля. Чуть было себе за шиворот не забросил. Come on. Ну, удар Бензема как будто бы четко выцеливал в этот... В голкипера. Первый тайм заканчивается со счетом 2-0. Сливочные ведут у себя дома. Сантьяго Бернабео ликует. ПСЖ задавлен. Давайте на второй тайм Азара опустим немножко вместо кросса. Сюда поставим Родриго.
Кого еще? Давайте, Хамес Родригес выйдет и Йович. Тренер, главный тренер Реал Мадрида ведет себя так, будто бы это товарищеский матч. Эден Азар. Заброс на Йовича. Прострел, который больше похож был на удар, неудавшийся. Но на деле это неудавшийся прострел. Ничуть не лучше и не хуже вышло. Кимпембе. Родриго, вот он этот парень. Вот он. Но прострел, да, такой же, как у Азара, практически. Ну ладно, прервали. Так, давай, быстрее. Болбой что-то не хотел сразу сыграть, что ли. Казимира. Что, серьезно? Просто пускают вперед? Да, сложность надо поднять, мне кажется. Азар, Казимира. Карвахаль. А вот если бы сейчас отбил Ореоля, да? Сильнее Родригесу надо было выбить. Варан нормально корпус сыграл. Что такое? Офсайд или что? Замена у ПСЖ. Ди Мария выходит вместо Хуан Бернанд. Неплохо. Карвахаль, Родригес. Молодец, Хамес, так и надо. Так и надо, да. Андре Рера, Кимпембе. Казимиро. Йович. Опа, 3-0. Все, хочу, чтобы он запрыгнул на рекламный щит. Но не получается. 3-0, пацаны! 3-0! Лука Йович, 68-я минута. Браво! Да, конечно, оформление под Лигу Чемпионов и прочее. Это кайфово. Хамес Родригес. Родриго. Ай ты, парень, что ж такое-то, ну? Ну, камон, в FIFA не будет РПЛ. Все, не буду я играть. Менди. Они медленнее. Они гораздо медленнее, чем в 19-й. Йович. Ближний угол. Хорошо, на силу. О, извини, Дин Зидан, здравствуйте. Андре Эреро меняют. И Верати поменяли. Последние две замены парижан. Родриго. Что, прям Родриго накрывают и накрывают. Ой, это я сейчас финишинг плохой сделал бразильцам. 81-я минута встречи. Я все очень сильно хочу, чтобы Родриго что-нибудь намутил. Азар. Йович. Эден Азар. На Родриго. Опа! Хорошая атака. Эден Азар сейчас мог сделать. Слился с газоном. Чего? 11 мячей. А, и, типа его вообще не видно. Нифига себе. Издевательство. Ох. Ореоля был очень далеко. Можно было сейчас в пустые гасить.
Зачем нам показали сейчас, как на фоне кто-то разминался, если у нас нет замен больше? Шансов, что ПСЖ... Ну, это групповой этап, но если бы это был бы не групповой этап и была бы возможность там дополнительного времени, тогда да. Это Назар. Ух ты. Это я мяч отбирал, если что. Да что ты бесишься? Победа, есть победа. Такие утюги. Ух. Родриго. Опа, низенько. Родриго таки забил. Низом пробил. Круто, что здесь есть отдельные кнопки под это дело. Ну, всегда было, на самом деле, просто другие, по-моему, ЛБРБ и удар. Такой комбинации, по-моему, раньше не было. Родриго! 4-0, ПСЖ мертвый как Краснодар. Греции. Ай. Я понял. Олимпиакос, видимо, тогда легкий уровень сложности включил. Окей, смысл ясен. Смысл заключается в том, что футболисты стали действительно, действительно медленнее. И за их движениями интересно наблюдать. Правда, для того, чтобы показать прям полноценно крутую игру, нужно мне очень-очень сильно долго поиграть в FIFA. Я вот не знаю, будет ли это. Пока что я настроен в любом случае на Pro Evolution Soccer, поэтому если вам интересна эта движуха, то приходите на мои стримы по PES 20-й части, благо она уже вышла, и скоро мы начнем свою карьеру там. А насчет FIFA, ну не знаю, я категорично высказывался против нее. Я так скажу, покупать я ее все равно не буду. Если мне ее дадут, я, наверное, поиграю. Однако мы еще к ней вернемся на стримы, когда выйдет 10-часовая ранняя версия. Мы поиграем в Вольту подольше, чтобы я уж точно определился. Минька, интересно, но еще раз, если там победы только за счет голов, а не за счет очков, то и смысл выпендриваться. Разыгрывай стеночки и забивай, как говорится. Не знаю, во что это все выльется в мультиплеере, но в любом случае я рад, что мы с вами посмотрели на демоверсию FIFA 20. Увидимся в новых роликах и стримах. Всем пока, дальше круче.